Тюмени стартовал полуфинал федерального конкурса «Мастера гостеприимства». Больше сотни участников привезли с собой проекты новых туристических маршрутов, а в финал выйдут лишь несколько десятков человек. Сейчас на связи со студией моя коллега Екатерина Стывко. Катя, добрый вечер. Тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся на территории Тюменского технопарка. Именно здесь проходит первый этап полуфинала конкурса. Атмосфера праздничная, но участники своего волнения не скрывают. Ведь сегодня защита собственных проектов, которые можно реализовать в своем регионе. Оценивают работы не только жюри, но и коллеги, то есть сами участники из других городов. Здесь и представители Санкт-Петербурга, и Вологды, и Томска, и еще десятка разных мест. Новосибирскую область представляют 5 человек, в том числе Андрей Никифоров, это сотрудник Большого Новосибирского планетария. Он предлагает развивать астротуризм. Развитие сельского туризма. Гид 2.0. Направления для своих работ новосибирцы выбрали разные. Кстати говоря, заявок на участие в конкурсе со всей страны подали около 30 тысяч человек. Экскурсоводы, туроператоры, работники отелей. Но выбрали где-то несколько сотен. Конкурс «Мастера гостеприимства» – это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». И нацелен он на развитие внутреннего туризма. Победители конкурса смогут получить гранты на реализацию своих проектов, а также помощь ведущих экспертов отрасли. Имена финалистов будут известны уже завтра. Мы будем следить за развитием событий. Коллеги. Спасибо. Екатерина Стывко о конкурсе «Мастера гостеприимства».